Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Фокс, Плеймарк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем плеймаркетам. Хейл, братишки. 15 октября вышел офигенный мод на динозавров. Будем сегодня делать обзор и смотреть, какие они мощные, что они умеют, даже есть рыбы. Поэтому мы взяли карту с водой. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый динозавр у нас Аллозаурус. Гусанёчек, беги. Он любит гусей, кстати. Видишь, огурцы соленые нет, а вот гусей он бы съел. Он так прикольно хочет тебя укусить. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. У него что-то хвост как-то странно двигается. А ну как он дамажит вообще? Да. Мало. А ну есть скример? Так, скримера нету. Ну и ладно. Так, ну давайте нарамочить его, потому что в этой серии мы должны успеть всех показать. А, только всё. Мало? Ну видишь, ну ни о чем, ну слабый. Апатсосаурус. Ну, как говорю, как есть, если там немножко не так прочитал. Давайте мы сделаем, типа, он воду пьет. Хочешь воды? Мы, Гусанёк еще не купался там. Блин, кстати, прикольно. Классно, да, смотрится? По воду хлебчет. Он даже... Прям лапы открыл. О, даже лапы, смотри, под рельеф сгибаются. Ну, стараются, по крайней мере, это сделать. Это он танцует так, когда пьет. Сейчас смотрите, во. Так, где мое оружие? Я вообще не понял. Ладно. Давайте его замочим. Это травоядный он, это не агрессивный динозавр. Но сейчас там будут очень жесткие, поэтому обязательно досмотрите до конца. Будут очень сильные там динозавры. А сколько у него жизни? Я прям по животу луплю. Есть. Все. Молодец я. Брачизаурус. А ну давайте мы его подвинем, может ему надо подвигаться. Это он конченые звуки издает? Ну звук офигенный. Ладно, мочим его. Я думаю, что у него жизни очень много. Мы его сейчас так быстро вынесем. Но я заметил, что у того динозавра-хищника жизни было намного меньше. Красиво, Гусанёк, молодец. А ты что, на спине его мочил там? Да. Молодец. Так. Карчаробонсаурус. Ух ты, блин, нифига себе меня укусил, я испугался. Ты не нормальный, что ли? Так. А это такой, смотрите, уже резвый прям мужик. Так. Типа маскируется, его не видно, видите? А жопа торчит-то. Настроение классное вообще. Эй, слышь ты, кусалкин сын. Ого. Здесь звуки ему больно. Ай, блин, укусил все-таки. Опять прячется. Эй, мы тебя видим. Красавчик Фокс, снял его. Карнотаурус. Что за название? Язык сломать можно. Кто это придумывал? Ого, он тебя укусил. Ой, что за демон? Это агрессивный. Мочи его. Блин, а чё у него так жизни мало? На самом деле я сказал динозавру, чтобы он тебя замочил. Ну то ладно. Каратозаурус. Ты чё орёшь? Ты вроде такой маленький, чё звуки такие громкие? Эй, успокойся, псих. Да блин, я седла хочу. Он любит гусей есть. Он запутался, не знает, за кем агриться. Так, давай, давай, обману его. А ну давайте отойдем, посмотрим, бегает он или нет. А то мы встали на нем. Все. На нем, в прямом смысле слова, Гусанёк. Где вы еще увидите в роликах, где гусь оседлал динозавра? Это что-то хвостом дергает. Гусанёк, обстоятельства. Ого. Красиво, я его снял, а тебя нет? Мы динозавры. Это было эпично. Дейно Нинчус. О. Ух ты! Ого. Чё это за попрыгушкин сын? Опа! Гусанёк, ты хочешь тоже ему на голову запрыгнуть? Все, есть. А чё с ним? Эй, динозавр, у тебя с головой все нормально, динозаврус? Ай! Все-таки он тебя надкусил. Дилофараурус. Слышь ты, нормально кусай. По 20 хп пацана отнимает.
успокойся. Дромеозаврус. Тьфу, а на картинке я думал большой там будет. Ух ты, блин! Эй, он что, харикается, что ли? Не, а что? Как... А я думал, как будто он плюется. Ну, он как будто этот, как его, щипает. Это был хедшот! Гиганотараусус. Ого, у него пасть вонючая. Ого. Красиво укусил. Успокойся, ты чё, мужик? О, его жизни побольше будет. Красиво слег. Новораптор. Опа! А это уже такой, знаете, быстрый очень. Это... Зря. Это этот... Как его? Тигр. Тигр. А Гусуняк, ты знаешь, что можешь через С в него вселиться? А ну. Там есть взять под контроль. Во. Смотрите, это Гусуняк, только не стреляйте. Управление только рахитное очень, не знаю. Не стреляйте, у меня только 10 хп, отстаньте. Прикольно. Да ну блин. Окс, молодец, никогда не верь динозаврам диким. Оранозаурус. Ну текстура, конечно, честно, 2001 год. Но если издалека смотреть, сдалека в темноте, то вообще идеально. Он больше меня не любит, мне написала в чат. Так, а чё не дамажит нас? А, это травоядный. Да. Дим, подожди, его можно вроде бы приручить. А как? Подожди, отойди, Гусанёк, отойди. О, смотри, я нажал что-то, да? Всё, назначь союзником. Всё, вот, он наш союзник. Отойдите от него все, пожалуйста. Короче, странный. Очень странный. Ого, у него затяжной плач. Паразарофобус какой-то. Носорог. О, прикольный. Тоже травоядный. Ого, он кричит, как будто дерево теперь... скрипит. Ого. Это ты управляешь? Не, да, он... А. У него 560 хп. Он так топает, как солдат какой-то. А он такой, Дим. А ну, укуси меня. Это я буду. А, ты, наверное, не можешь бить из-за того, что ты не можешь бить. Отойдите. Ого, у него жизни больше стало. На немножечко. Паразароупфус. А подожди, это так, что такой же и был? Они очень похожи, кстати. Давай за мной, мой хороший. А, ты его приручил? Давайте посмотрим, как работает вообще этот мод. Потому что мне интересно. А можно сделать так, чтобы они... Типа, ты приручаешь динозавра, а потом они дерутся между собой. Битва ой, динозавров. Ой, мой хорошенький. Я не хотел. Стреляй моего друга. Ого, он прыгает. Ладно, стреляйте. Ты такой добрый, приручил его, а потом говорит, стреляйте. Ну, это ж вы. Пренадон. Он сгорает? Он такой ощущение, как будто он не настоящий. О, под контроль его взять. Давай, лети, птеродактиль, лети. Это я летаю. Мышка вверх задираем, будет вверх лететь. Я ж проверял. Только странно, как ты жопой вперед летишь. Ну то ладно. Раптор Хунман. Ого, прикольный. Разные цвета у него. Ай! Ты ненормальный? Все, мой. Не хватает седлуху тебе приделать на нем. Гонки на динозаврах. На тебе. Ух ты, блин. Раптор Турок. Ух ты. Прикольные звуки издает. Эп. Я постоять ему не мог попасть. Бывает. Ругопс. О, псих какой-то. О, Гокус. Пацаны, он реально мощный. Неплохо так лупит. Так, что он будет делать? Давайте посмотрим, какой у него интеллект. О, давайте в воду залезем, проверим, можно ли плавать. Или на дно уйдет. А, тут не сильно иглы и бока. Он бегает, бока. Дима. Он умеет бегать. Он может прыгать. И он и бегает. Ты смотри, Дим, вот я бегаю. А, это ты за него управляешь? Да, это я бегаю. Пойдем. Пинозаурус. Ого, это что, он одним ударом четверых вынес?
А вот это, кстати, классный динозавр. Мне нравится он. Так, ну он просто стоит. А что, все? Его полномочия на этом окончены. Блин, он в воздухе ходит. 3000 хп. 3500. А, вообще мало. Это ты взял управление под него? Да, давай. А, у тебя жизнь вообще идет просто за 5 секунд, ну даже меньше. Спинозаурус. Ого. Ого. Красивый, да, динозавр? И? Позевал. И встал. И остановился. А не, ничего себе. А это было, кстати, неожиданно. А он, короче, слепой, он не видит. А я вижу, что он... Нет, слепой это я, потому что я спамню там, где он атакует. А, надо валить. Да все, убили вы. А, все. Подходим к самым жестким, Тирекс. Опа. Что за Тирекс маленький? Нифига себе маленький. Нормальный кабан. Я сегодня всадник на этих... На динозаврах. Откуда еще звуки сходят этот рахитный? Давайте, пацаны, помогу вам. Тирекс Дино Дидей. О, вот это, кстати, прикольно детализированный. А ну-ка, он когда ходит, земля дрожит? А не кажется ли вам, пацаны, переборщение, что когда он ходит такой маленький, земля так дрожит? Кто-то этот мод перемудрил. Ого, он смотри, лапой атакует. У тебя, короче, лапой передняя он как-то атаковал. Неплохо. Все, ты мой. А, все. Он тебя скинул. А, все, он потерял сознание. Тирекс Линейдж 2. Ого! А вот этот классный вообще. Агрессивный. Прям тяжело от него убегать. У него даже лицо агрессивное. А, он увидел, что Кент его лежит. Эй, успокойся, блин. Ой, блин, двоих не надо. А, все. Тирекс Примал Карнейдж. Надо сразу по кустам бежать. Крикун. Блин, и там звук, как будто он с левой или с правой стороны. Прикольно сделано окружение звуком. Постарались. Как будто вот там кто-то кричит, вот. А там никого нету. Пацаны, а вы психи, да, вообще? Ну ладно, пусть валяются. Я в пасть к нему залез. Тирекс Худж. Ого, он прыгает прикольно, вы видели? Марио. Да. А что у него с кожей? Это что, он перезагорел? Что с ним? Нифига себе, 50 хп отнимает. Ого, еще и ногой бьет и топчет. А что зубами не пользоваться? Реально мощные зубы такие. У-у-у. Это что, какой-то Джеки Чан, что ли? Наверное. Трисер Топс. О! О, Трицератопс. Это он добрый? Да. Все, и за мной иди, мой маленький. Ты его приручил? Да. Так, всадник, давай, он мой. Идет. Тихо. Иди ко мне, мой хороший. Прикольно, блин, что здесь можно, да, наверное, офигенно прыгать. Сделано. Мне этот мод нравится. Что там, мочим? Вот это ты добрый. Приручил, с ним погулял, мочим. Ну, кусанек, ты реально исполняешь нормально. Трисераптопс Ковард. Значит, телохранитель он тебя защищать будет. Все, я его назначил. Ну, и что, ничего не... Вот. Вот. Я не знаю. Ну вот, смотри. А может, надо просто другого взять? Все, мы твоего тебя этого убили, хозяина. Нет, надо другого назначить. Сейчас мы проверим эту систему по любасу. Тилосаурус. Ой, это рыба вонючая. Тихо, рыба, успокойся. Так, сейчас мы ее в воду кинем. Для чего вообще эту карту мы и поставили? Ого. Так. Опускаем воду тихонечко, не мешаем. Она так и должна задница вверх плавать? Или там что-то не так с ней? Она страуса этот косплеит. А чё на страус... Титаник. Рыба. Это Титаник. Все нормально? Ого, она еще брызгает. Она еще и дамажит, да? Да. Рыба.
А, ну если я на суше вытащу, будет она жопа вверх плавать? Жопная... Этот, странно, очень странно. Утанхоптор. Ого, попрыгунчик! Эй, кузнец! Так, куда он бегает? Такой ни о чем. Может, да, вообще, слабачок, короче, вонючая. Велокираптор. Ого, маленький. А, кусается прикольно. Слышь, ты че кусаешься на большом расстоянии? Так, еще одна рыбеха есть. Жеужангопторус. Так, давайте кидаем в воду ее. Надеюсь, она не сильно большая. А вот она валяется. Подожди, это вообще... это не рыба. А, это не рыба? А я тебя дактиля утопил. Да, пацаны, так случилось, ладно. Я думал, на рыбу похоже. Так, полетел, давайте посмотрим, как он вообще летает. Птеродактиль завис в воздухе. Надо было в него реально стрельнуть один раз. Ну, короче, ни о чем. Все. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.